себя очень комфортно чувствовал за рулем во время поездки. Я посмотрел, как в городских условиях он работает, то есть маневренность машины мне понравилась. Вот. Задавал вопрос водителю-испытателю, как с точки зрения комфорта, это очень важный вопрос, как будет себя чувствовать в кабине водитель-дальнобойщик. Просидеть 8-10 часов за рулем и не устать, не почувствовать дискомфорт, это очень важно. Вот. С моей точки зрения мы учли максимально все, что нужно было. Вот. Но, конечно, 30-минутного теста недостаточно для того, чтобы ответить на все вопросы. Как на машине? Как легковая? А тут сколько у нас ступеней? 12. Идет, конечно, легко, я напряжение не могу, не чувствую, да? Дим, по мотору как? В каком исполнении? Нет, связь, навигация, радиостанция, медиа, интернет. Ну, автомобиль получился. Вот. Мне очень нравится внешний вид, дизайн. То есть видно, что он отличается от всех остальных и в значительной степени соответствует духу времени по дизайну. Ничего подобного КАМАЗ пока не делал. Есть чем гордиться.